Дорогие наши участники, мы продолжаем конференцию Java Day Воронеж 2015. И следующий доклад представит Антон Нехаев. Антон Скала, разработчик компании DataArt. Антон, тебе слово. Спасибо. Всем привет. Я вам расскажу про Spark Streamer. И первый вопрос к аудитории. Пожалуйста, поднимите руки те, кто работал или работает в каких-то проектах с применением Spark, Apache Spark. Раз, два, три. Хорошо. Так, поднимите руки те, кто хотя бы что-нибудь когда-нибудь слышал про Apache Spark и представляет примерно, что там происходит. 5. Так, а кто вообще имеет представление о программировании на Scala, коллекции и все такое? Хорошо, что я не вырезал слайды про Spark. Наверное, будет иметь смысл на этом поподробнее остановиться, да, и рассказать базовые вещи для тех, кто не в курсе. Так, ну начнем мы со Spark Streaming. Что это такое? Это масштабируемая, устойчивая к сбоям система обработки потоков живых данных. Что значит масштабируемая? Это значит, что вы можете запустить вашу обработку на одной машине, и она будет там с какой-то скоростью работать. Можете запустить на двух, и она продолжит нормально работать. Можете запустить на 5, на 50, на 1000, и она будет одинаково хорошо работать. Устойчивая к сбоям — это значит, что если какая-то, допустим, одна машина выйдет из строя, или не одна, или несколько выйдет из строя, да, допустим, 800 из 1000 выйдут из строя, все равно система гарантирует, что вся ваша обработка, она будет произведена, все данные обработаются, и вы получите в конце корректный результат. Потоки живых данных, что это значит? Это значит, что вы получаете непрерывно какие-то события, с какой-то там постоянной или, может быть, переменной скоростью. Но идея в том, что вы их получаете непрерывно все время. Что еще из особенностей Spark Streaming можно перечислить? Ну, главная особенность — это то, что она построена на базе Spark Core, то есть основного продукта Spark, который занимается обработкой пакетов данных. То есть не потоков, которые все время как бы текут понемногу, а пакетов, когда у нас есть много данных, и нам надо там одним ударом их обработать. Spark Streaming, он разрабатывается как такой подпроект Spark. Начало разработки в 2012 году. Первый релиз случился в 2014, почти два года назад. Ну и Project Lead этого проекта — это вот этот вот улыбающийся товарищ с труднопроизносимым именем. Обычно его все называют TD там, на всяких презентациях. Какое место Spark Streaming занимает в экосистеме Spark? Ну, во-первых, что это за экосистема? Да? В центре находится движок сам Spark Core. Это штука, которая позволяет распределенно обрабатывать массивы данных. Распределенно вот в том смысле, в котором мы говорили. Этот движок, он запускается на разных кластер-менеджерах. Есть стендалонный, написанный в самом Spark. Есть внешний Ярнет от Hadoop и Mesos. Поверх как бы кора, да, поверх ядра могут настраиваться фреймворки. Spark SQL — это для обработки структурированных данных на языке, очень похожем на SQL. Но, опять-таки, вся обработка происходит распределенно и базируется на ядре. Spark Streaming — собственно, то, о чем мы говорим, это обработка данных в реальном времени, опять-таки, базируется на Spark Core. MLLib — это machine learning, да, машинное обучение, разные алгоритмы с этим связаны. И фреймворк для работы с графами. Все эти фреймворки, вот верхний слой, они так или иначе построены на основе Spark Core. Плюс вот всей этой экосистемы в том, что компоненты, они предоставляют на самом деле достаточно похожие API для работы, и они интегрированы друг с другом. То есть не только, вот, допустим, Spark Streaming работает на базе Spark Core, он еще интегрирован с остальными компонентами, настолько, насколько это возможно. Например, он очень хорошо интегрирован там, с датафреймами, с Spark SQL. Он частично интегрирован с машин-лёнингом, да, потому что там алгоритмы машин-лёнинга не совсем такие, да, для батч-обработки и для стриминг, но они пытаются вот написать стриминг реализации алгоритмов машинной обработки, и уже сколько-то написали, в принципе, оно работает.
Ну, про графы, честно говоря, не очень знаю, но вроде как тоже интегрируется нормально. То есть плюс этой экосистемы в том, что она достаточно интегрирована между собой. Какой типичный пример использования Spark Streaming, где он может пригодиться? Это так называемая лямбда-архитектура. Очень много, как бы такой термин очень на слуху, много разговоров. Не знаю, как бы доходили ли они до вас, слышали ли вы когда-нибудь что-нибудь такое. Идея очень простая. У вас есть вот какой-то поток сообщений, который вы хотите обрабатывать. Он кладется, ну, обычно в какую-то очередь. Там может быть распределенная очередь, да, например, Kafka или Kinesis, это сервис от Amazon, облачная распределенная очередь. Вот, и дальше у вас как бы весь этот процессинг идет по двум таким линиям, или разделяется на два слоя. Нижний слой — это так называемый batch layer, то есть пакетная обработка, когда вы вот эти данные потихоньку перекладываете в какое-нибудь хранилище. Это может быть там S3, HDFS, Cassandra, что-то в таком духе. И потом у вас есть Spark Job. Мне нельзя за эту линию заходить. Вот она. И вы там, допустим, раз в час или раз в день запускаете эту джобу, она выгребает все, что было в Кассандре за час, за день, за месяц, за год, неважно. Распределенно это все обрабатывает и куда-нибудь складывает. Опять-таки, там Кассандра или реляционная SUBD, или какие-нибудь там специфические там индексированные разные хранилища типа Elasticsearch. Вот. И это более-менее классический путь, на самом деле, вот, работы с Big Data, вот этот batch layer. Лямбда-архитектура еще говорит, что появляется новый speed layer, так называемый скоростной слой. Это когда у вас запускается постоянно крутящаяся джоба Spark Streaming, которая все время выгребает новые сообщения из этой очереди, то есть непрерывно, и непрерывно же пытается их обрабатывать, как-то агрегировать и опять-таки куда-то складывает. Вот то, куда она это складывает, там варианты я перечислил, да, это называется сервис layer, да, это вот такая трехслойная архитектура, называется лямбда-архитектура. Цель сервис-лейера — обеспечить удобные функции по анализу, по всяким хитрым запросам на тех данных, которые мы вот обработали и туда сложили. Поэтому не удивляйтесь, что вы видите там реляционные базы. Раньше они достаточно активно для этих целей применялись, потому что с ними легко работать, легко запросы делать. Вот. Но последнее время стало популярно использовать и NoSQL решения, такие как Cassandra, React и так далее. Они известны тем, что запросы на них строить не очень удобно, они не очень гибкие. Но благодаря вот новому поколению систем мониторинга, вот, не мониторинга, простите, а отображения разной информации, которая вот самая правая штучка, таким как Databricks Cloud, ну, Databricks — это разработчики Spark, компания, которая за ним стоит, и вот Cloud — это их коммерческое решение. Или open-source, допустим, Apache Zeppelin. Что это такое? Это, по сути, ну, они очень похожи между собой. Это некая интерактивная веб-консоль. Вот там справа есть пример. Вы туда пишете код. Там на Scala можно писать, на Python. Нажимаете кнопочку, этот код тут же компилируется, запускается. И с использованием веб-разных средств результаты могут отображаться как угодно. То есть могут быть таблички, диаграммки, карты, все, что только можно себе представить. Вот. И это делается, как бы вы заходите в веб-интерфейс, да, делаете это, все на лету работает. Он подключается там и Zeppelin, и Cloud, они подключаются к какому-то инстансу Spark и выполняют эти все преобразования на лету на распределенном Spark. Если сравнивать, допустим, просто Spark и Cassandra с каким-нибудь MySQL, да, один на один, то, наверное, MySQL сделает там какие-то джойны, какие-то фильтрации быстрее. Да? Но плюс вот этой архитектуры в том, что она масштабируема, в том, что вы можете там сделать 10 нод Cassandra или 100 нод Cassandra, столько же Spark, да, и обрабатывать реально большие объемы данных, те, которые вам там традиционная реляционная база просто не позволит сделать. Соответственно, Spark Streaming активно применяется именно в сочетании с batch процессингом, в основе которого лежит традиционный Spark. Сейчас достаточно активно идет процесс внедрения Spark Streaming
в разных, ну, в основном, понятно, западных там, крупных корпорациях. Если вы будете искать какую-то информацию про Spark Streaming, вы обязательно найдете слайд там, с кучей логотипов, там все утыкано логотипами разными узнаваемыми там, брендов, контор. То есть процесс идет очень активно. У Spark Streaming огромное количество пользователей. Я перечислил тут просто какие-то сферы применения. Вот на самом деле вещь, которая очень активно сейчас внедряется. Теперь попробуем поговорить о том, как это работает. Spark Streaming, как я уже сказал выше, это фреймворк над еще одним фреймворком. То есть в центре лежит Spark Core, да, а над ним лежит Spark Streaming. Поэтому, ну и тем более, что народу, который про Spark знает не так много, я начну вот с того, который как бы в основе, со Spark, с обычного Spark. Как происходит обработка данных, распределенная вот в Spark? Самый базовый пример, с которого всегда начинают это объяснять, это посчитать количество слов в текстовом файле. Предполагается, что у вас есть файл какой-то, очень большой текстовый файл, который лежит в каком-то хранилище, HDFS в нашем случае. И вся обработка заключается, ну, в принципе, в три стадии. То есть вы конфигурируете Spark, что там, какие параметры, откуда вы это хотите почитать, создаете так называемый RDD, я чуть попозже скажу, что это такое. Ну, пока можно считать, что это некая распределенная коллекция. То есть как обычная коллекция, но только находится на разных узлах. Дальше делаете с ней, в принципе, обычные операции, которые вы делали с коллекцией. Ну, для тех, кто знает, как работают с коллекциями в Scala, например, да, для них понятно, что такое floatmap, map. По сути, мы разделяем текст по пробелам, получаем множество слов, потом каждому слову сопоставляем пару, это слово и циферка 1, ну просто такая вот пара. Вот, потом делаем операцию reduce, которой нету в классических Scala коллекциях. Ну, фактически она заключается в том, что вот это слово у нас это ключ, то есть мы оставляем только уникальные слова, а значение, которое единица, мы складываем между собой вот этой вот операцией, которая, лямбдой, которая посылается в качестве аргумента. То есть тем самым мы оставляем только уникальные слова, и получается их количество, да, после сложения, сколько их было, когда мы складываем эти единицы. И осталось только вывести результат, сколько там было слов. Вот это называется в терминах RDD transformations, то есть преобразование. Вывод RDD куда-то называется action. Идея, кстати, очень похожа на стримы, которые появились в Java 8, там тоже есть вот это разделение. Так выглядит API Spark. С точки зрения его работы, его вот архитектуры выполнения, можно сказать, что существует, во-первых, драйвер. Это нам пригодится, потому что мы будем оперировать этими терминами дальше по ходу рассмотрения. Драйвер — это Java-процесс, на котором работает вот эта вот программа. То есть вот эта программа, она обернута в main, она запускается, и она запускается, вот это называется драйвер. То, где она работает. А также существует множество узлов, на которых, собственно, происходит обработка. Они называются воркеры. На воркерах запущен процесс, который называется экзекьютор. Там есть, ну, всякие разные атрибуты вроде кэша. Но самое главное, что экзекьютор — это процесс, который выполняет задания. Он может выполнять их последовательно, может выполнять параллельно. Причем у него есть некое ограниченное количество слотов для параллельно выполняемых заданий. Да? Ну вот здесь, например, нарисовано по два. То есть два воркера и по два слота. Это значит, что он может выполнять два задания одновременно. Что такое задание? Задание — это вот эти вот преобразования, это лямбда-функции, они сериализуются, это можно сделать в Java без проблем. Пересылаются с драйвера на воркер, именно вот эти сериализованные преобразования, и применяются к данным, которые вы хотите обработать. Вот это и есть task, да, то, что применение преобразования к данным. И вот такие таски выполняются на экзекьюторах. То есть вот эта программа, она выглядит как единая программа, на самом деле она выполняется на двух разных типах программ, скажем так. Да. Вот основная канва выполняется на драйвере, а вот эти лямбды, которые определяют преобразование данных, они выполняются на воркерах.
В этом вот все как раз это ноу-хау Spark заключается. Ну и управление вот этим вот выполнением, распределением тасков между экзекьюторами занимается кластер-менеджер. Это может быть Yarn, Mesos или стендалонный спарковский кластер-менеджер. Еще один момент. Что происходит с данными? То есть мы поговорили, как таски, да, распределяются, как выполняются. Вот мы читаем, вот у нас есть текстовый файл HDFS. Нам его надо обработать распределенно. Spark умеет делить, он знает, что вот текстовые файлы в HDFS вот так-то можно разделить на части. Он знает, сколько у него воркеров, вот, например, 3. Да, он делит текстовый файл там, по целому числу строк на 3 части. Каждый из воркеров загружает в себе только свою часть и обрабатывает только эту часть. С логической точки зрения это выглядит как ну, некая коллекция, которая состоит из партишенов. И вы вот на уровне API работаете именно с такой коллекцией. Если какой-то из этих воркеров вдруг упал, что-то с ним плохое случилось, то та часть, которую он не дообработал, она попадет на другой воркер, который доделает оставшуюся работу. Поэтому она называется как раз Resilient Distributed Dataset, гибко обрабатываемая, да, устойчивая. Distributed, понятно, распределенная, но Dataset — набор данных. Вот RDD — это концепция, которая лежит в основе классического Spark. Это ключевая концепция, и если вы поймете которую, вы можете без проблем писать программы на Spark. Дальше это вот как бы необходимый минимум про базовый Spark. Дальше Spark Streaming. Вот пример для подсчета количества слов уже с использованием Spark Streaming. Тут есть много общего. То есть есть базовая часть конфигурация. Ну, в данном случае мы вот читаем из Kafka наши строки со словами. Есть обработка данных, которая один в один, если вы помните, что было на предыдущем слайде. Вывод результата, в принципе, похож, то есть ну, вот это transformation, это некий action. Ну и единственное, еще добавляется вот немножко для запуска программы, нужно вот такой код написать. Выглядит очень похоже, и в этом как раз одна из таких сильных составляющих Spark стриминга в том, что у него API очень похож на классический Spark. Если вы знаете Spark, вам будет относительно легко использовать Spark стриминг также. Однако за API стоят некоторые существенные различия в реализации. В частности, вот здесь вот создается не RDD, как в случае со Spark, а другая структура, которая называется D-Stream, дискретный поток. В чем особенность этой структуры? Вам поступают какие-то события на вход, которые вы читаете там из Kafka, еще откуда-то. Идея в том, что в отличие от других реактивных систем, типа Akka Streams, RX Java, не знаю, слышали что-нибудь такое, Synapse Grid, то есть там события обрабатываются по мере поступления. Пришло событие, и сразу оно куда-то там пошло обрабатываться. Spark Streaming события сначала накапливаются в такие пачки, которые называются батчи, а потом уже посылаются, если эти батчи становятся RDD, раскидываются, ну вот как мы смотрели на предыдущей диаграмме, раскидываются по партишенам на разные воркеры и обрабатываются стандартными средствами Spark, корового Spark, Spark Engine. То есть тот, который умеет работать с RDD, он прекрасно с ними работает. То есть, по сути, структура вот эта фундаментальная, D-Stream, это набор RDD, вот упорядоченных по времени. То есть за каждым стрим — это вот множество, вот такой вот поток этих RDD, и в каждом RDD есть еще куча партишенов, которые идут на каждый воркер, и там отдельно обрабатываются. То есть так вот это работает, как бы вот эта базовая идея. Здесь создается этот D-Stream, но его еще надо как-то заполнять, да, кто-то должен его заполнять. Вот штука, которая его заполняет, называется ресивер. Фактически, когда вы пишете вот эти вот строки, у вас будет создан ресивер, который вот с точки зрения распределенной архитектуры является таском.
Причем обычно таск, он как бы отработал на каких-то данных и завершился. Все, считается, что он выполнен. Ресивер — это такой continuous task, который отправляется каким-то образом, он там выбирается, отправляется на какой-то экзекьютор, занимает там один слот и не отпускает его. То есть у вас вот на этом экзекьюторе остался только один слот для обработки данных. А ресивер занял этот слот, и он вычитывает данные там из Kafka, например, или там из Kinesis и так далее. Ресиверы, они существует множество ресиверов для Spark стриминга, начиная от ресиверов из обычных текстовых файлов, которые вам строки просто посылают, там из сокетов, но это такие простенькие примеры, и заканчивая достаточно сложными конструкциями, такими как ресивер из Kafka, ресивер из Kinesis. Эти ресиверы, они помимо прочего еще обеспечивают вам как бы дополнительный слой, такой fault tolerance. Например, они по мере чтения данных фиксируют место, на котором вы закончили читать, чтобы в случае чего, если вдруг у вас совсем все упало, и вы перезапустились, вы начали читать не сначала, да, или не с того момента, как вы запустились, а с того момента, когда вы упали. То есть все неподтвержденные события будут прочитаны. И вот реализация этой логики занимаются в том числе и ресиверы. Вот в Kinesis, вернее, в Kafka ресиверы сохраняют вот эти данные в Zookeeper. В Kinesis это амазоновский сервис облачный, там они сохраняют эти данные в DynamoDB, в другой амазоновский облачный сервис, типа Cassandra, распределенное хранилище. Ну и еще раз, да, создание ресивера, оно выглядит так, приводит к вот таким последствиям. Иногда, когда читаешь туториалы по Spark стримингу, умные люди советуют создавать не один ресивер, а сразу много создать. Типа, давайте создадим на каждый воркер по ресиверу, вот идея вот такая, и у нас все будет идти быстрее, мы читать будем резче, да, и радостнее обрабатывать. Действительно, это можно сделать, можно создать несколько ресиверов. Главное при создании там в параметрах указать им то, что они относятся к одной группе ресиверов, и тогда там и Kafka, и Kinesis, они это корректно воспринимают, и они не будут слать дубликаты каждому ресиверу, то есть они будут только уникальные сообщения распределять. Вот. А потом можно, то есть фактически тут создаются два дистрима, да, секвенс из двух дистримов, и потом его можно объединить вот с помощью union в один большой дистрим, который будет состоять из этих двух, и работать с ним дальше, как с одним. Так, в принципе, можно делать. Я делал, как правило, работает. Вот. Но один раз я столкнулся с очень неприятной ситуацией, когда на практике при развертывании приложения в кластере, а кластер состоял вот как на картинке из двух воркеров по два ядра, ну, был такой простенький тестовый кластер, так вот два ресивера, которые должны были вот так, да, они почему-то оба упали на один воркер. Вот. И в итоге это привело к тому, что как бы все работает, да, в логе никаких ошибок нету, ресиверы радостно вычитывают данные, но в базу ничего не кладется. Почему? Потому что вот здесь, на этом воркере, все слоты забили ресиверы, которые занимаются только чтением данных из Kafka и все, и складывают их куда-то. То есть тут нету места для процессоров. Данные не могут быть обработаны на этом воркере. На этом воркере, пожалуйста, можно делать таски, но таски делать не на чем. Данных нету, этот не может их никак послать, никакой репартишн, ничего не помогает. То есть просто как бы вроде все хорошо, да, но по факту ничего не работает. Вот. Проблема в том, что ресиверы распределяются каким-то случайным образом по экзекьюторам. Если у вас мало слотов, да, относительно числа ресиверов, то вполне может так быть, что у вас вся обработка будет заблокирована просто ресиверами. Все. Имейте это в виду. Ну и, наконец, еще одно слово, что ресиверы лучше, ну, лучше их вообще не иметь на самом деле. И вот есть подход для Kafka, который называется Direct Stream, который работает без ресиверов. То есть это такой относительно новый подход. Если вы создаете вот таким образом, то у вас не создается ресивер, который занимает какой-то слот непонятно где. А у вас данные читаются напрямую из Kafka, минуя Zookeeper. И единственная проблема с этим — это то, что если вдруг что-то как бы сломалось, ну, если вдруг все сразу сломалось, то вы не сможете восстановить то место, на котором вы закончили. То есть вам надо либо руками
где-то это обновляет, например, в том же Zookeeper, либо вам это может быть неважно, да, и вы всегда начинаете читать там с того момента, как запустились. Следующая часть — это обработка данных. Тут на самом деле можно было бы, конечно, рассказать вот про всякие трансформации, как они работают, все эти комбинаторы на коллекциях. Я ограничился тем, что скопипастил с документацией табличку, и то не до конца. Вот. Тут, в принципе, ну, для тех, кто знаком со Scala коллекциями, я думаю, они увидят много знакомых слов. Один из плюсов Spark как раз в том, что вот работа с распределенными данными там такая же простая, как работа с обычными коллекциями. Вот. Ну, мне кажется, что много времени посвящать пересказу документации не имеет смысла. Кому интересно, почитает. Единственное, трансформации, которые отличаются в Spark-стриминге от Spark, там их нету, это трансформации, связанные с буферизацией данных, группировкой данных в окна. Значит, есть такая функция, она позволяет вам создавать окна, скользящие окна. Вы можете настраивать длину окна. Единственное ограничение — то, что эта длина должна быть целым количеством батч-интервалов. То есть вот тот интервал, с которым генерируется RDD, да, окно может быть только целым количеством этих интервалов. Например, если у вас батч-интервал 1 секунда, то есть каждую секунду у вас накопленные данные превращаются в RDD, идут дальше, то вы можете сделать дальше где-то окно 5 секунд, 10 секунд, но не можете сделать 1,5 секунды или полсекунды. То есть это есть такое ограничение. Ну и плюс поддерживаются еще такие самые популярные операции, которые можно с окном сделать, это либо reduce by key, то есть поскольку окно оно данные буферизирует, удобно достаточно их не просто буферизить, а сразу, допустим, как-то заредюсить, как-то агрегировать. Или еще проще count. В большинстве случаев мы просто хотим посчитать, сколько чего там нам за эти 5 секунд насыпалось. Да, вот, пожалуйста, просто вызываем count, и на выходе у нас уже результат, что вот в этом окне было столько-то таких событий, столько-то таких событий, и уже какая-то аналитика готова. Это, наверное, все про трансформейшены. Ну и последние экшены, те, которые отвечают за вывод результата. В Spark стриминге есть пара интересных экшенов, я сейчас про них расскажу. Один из них — это print, который чаще всего используется во всех примерах. Print, когда мы его вызываем, он что делает? Он для каждого батч-интервала, то есть для каждой RDD, просто выводит в консоль первые 10 записей из этой RDD. Это невероятно удобно с точки зрения отладки, когда вы хотите понять, что вообще вам за данные приходят, да? Почему вы написали код там для разбора даты, например, а у вас там падает ошибка, да, потом вы посмотрели, а, так у меня же дата в другом формате приходит. То есть это очень удобно, вы можете наблюдать, как бы, что вы делаете, вы можете написать print после любой трансформации, да, и посмотреть, как у вас данные преобразуются там, из одного вида в другой, что будет достаточно наглядно и удобно отлаживать. Единственное, что не стоит забывать, это про laziness, да, поскольку print берет первые 10 элементов, это значит, что остальные там миллион, которых может быть, они не процессятся вообще. То есть я, например, очень радовался, когда написал какой-то очень сложный алгоритм, который что-то там как-то агрегировал, потом после него написал print, и у меня все заработало так же быстро, как работало до этого. Я думаю, о, как здорово, вот как я, наверное, написал какой оптимальный код, что он почти не повлиял на производительность. Оказалось, что он обрабатывал всегда только первые 10 записей. А остальные там тысячи, они игнорировались. Потом, когда я этот print заменил на другой экшен, у меня вдруг всплыл там какая-то немеренная задержка, вот, и пришлось копать этот код. Поэтому не попадайтесь на такую удочку. Print, он хорош в отладочных целях, но он ничего вам не скажет о производительности. Тестировать производительность хорошо вот с этим экшеном. Называется for each RDD. По сути, он позволяет применять некий экшен к каждому RDD внутри DStream. Классический пример — это, ну, допустим, у вас есть какие-то агрегированные данные. Они есть на воркерах, да, они распределены по партишинам. И вам их надо куда-нибудь сохранить.
Один из вариантов – это стащить их все обратно на драйвер со всех воркеров, нагрузить там этим сеть, да, и у вас там будет какой-нибудь bottleneck в этом месте. Это один вариант. Второй вариант – это распределенный с каждого воркера сохранить в базу. Вот для такого варианта хорошо подходит как раз for each RDD в сочетании с внутри RDD for each partition. Да, то есть вы вот здесь вот уже вот внутри, вы здесь уже работаете на уровне воркера. А вот эта штука, она выполнится на каждом воркере. Ну и такая некая магия Spark, да, которая вам позволяет создать подключение к базе на каждом воркере отдельно. То есть вот просовывается вот здесь вот внутрь лямбды, засовывается ей в контекст DB-session, чтобы он вместе с лямбдой сериализовался и попал на воркер. Он поступает в метод этого объекта, и он устанавливает connection и радостно сохраняет данные в базу на воркере. Это вот еще один такой полезный экшен. Ну, пожалуй, про API все. Еще отдельная и тоже интересная тема – это мониторинг всего этого хозяйства. Понятное дело, что распределенные приложения – это ну, вещь, которую не просто вообще и отлаживать, и мониторить. Как, допустим, запустить дебаггер, да, если у вас приложение работает на 10 разных машинах. Даже если у вас получится его запустить, и даже получится какой-нибудь там breakpoint вызвать, то все равно, пока вы там разберетесь в этом брейкпоинте, да, у вас на остальных 9 машинах, на остальных там потоках уже все там произойдет. Да. Ну, не очень удобно так отлаживать. Поэтому основной, наверное, механизм отладки – это логи. Вы пишете логи, их надо где-то собирать как-то, анализировать. Ну, например, если пользоваться там облачными сервисами, тот же Amazon, у него есть EMR, Elastic MapReduce, там запускается Spark. И очень удобно после окончания джобы EMR сам собирает все логи со всех нодов и кладет их в S3. То есть вы можете из веб-интерфейса после окончания джобы очень быстро посмотреть логи, найти там ошибки, все быстренько исправить и так далее. Вот. Если какой-нибудь самопальный кластер, там на Мезосе, например, то надо озаботиться тем, чтобы логи собирались. То есть либо настроить, чтобы они по сети там логировались, да, там log4j, например, позволяет, либо какой-то скрипт написать, который будет собирать. В общем, что-то надо с этим сразу думать. Второй вариант, но это больше для мониторинга именно, это метрики. В Spark есть встроенный фреймворк для метрик, который называется CodeHale Metrics. Очень удобные, они используются внутри Spark для их внутренних там каких-то вещей. Их можно, естественно, использовать в своих джобах. Там куча всяких разных возможностей что-то померить, там, в общем, много всяких опций, они очень хорошо выглядят, гибко конфигурируются. То есть классная штука, если нужно использовать метрики, то вот CodeHale в Spark. Также имеет смысл смотреть на метрики очередей. В Kinesis с этим не сильно богато, там какие-то два такие графика без подписей по осям, на которых что-то вот так ползет, но не очень понятно, насколько все там быстро или медленно работает. В Kafka получше, там раньше у них тоже был CodeHale интерфейс. Вот, потом они его зачем-то выкинули, написали свой велосипед. Но идея та же. То есть есть какие-то метрики, их можно подключать, там, ну, например, к каким-то стандартным средствам для просмотра, например, Ganglia, вот тут вот на рисунке, Graphite и так далее. То есть есть такие как бы эндпоинты для этих метрик, где можно их наблюдать в красивом графическом виде. И последняя штука, которая тоже очень сильно помогает в плане отладки и мониторинга, особенно Spark Streaming Job, это веб-интерфейс самого Spark. Веб-интерфейс запускается на порту 4040, когда вы стартуете джобу, причем независимо от того, какую вы стартуете обыкновенную байт-джобу или стриминг-джобу, у вас все равно будет интерфейс. Вот его главная страница, там можно посмотреть, какие у вас джобы работали, там можно посмотреть, какие таски выполнялись, выполняются. Но нас в контексте стриминга больше всего интересует вот последний там раздел «Стриминг». Вот там будет вот такая вот страничка с графиками вот там,
сомнительной такой наглядности. И самое главное, внизу вот табличка про обработку батчей. Вот она в увеличенном виде. Пример, как может быть. Что тут есть? Тут, во-первых, есть секция Active Batches, то есть то, что мы в данный момент обрабатываем. Тут есть все, что было прочитано ресиверами с их статусом. То есть queued — это значит, что прочитано, но еще не обрабатывалось в очереди. Да? Ну и processing — это значит, что это тот самый вот батч, который мы в данный момент обрабатываем на Spark. Ну и раздел completed, он показывает те батчи, которые уже выполнились, с интересными данными про них, в частности, сколько времени занял процессинг и какая у нас накопилась задержка к моменту выполнения текущего батча. Что мы тут видим? Ну, тут не написано, но здесь батч-интервал был 1 секунда. То есть каждую секунду у нас генерировался новый RDD. На момент запуска, там, я не знаю, нескольких первых батчей у нас накопилась задержка 8 секунд. Потому что processing time был 3 секунды. То есть мы, пока мы процессили первый батч, к нам пришло еще 3. Они, естественно, легли в очередь. А когда мы начали процессить второй батч, нам пришло еще 3. Они тоже легли в очередь. Ну, нетрудно догадаться, да, что через какое-то время вот эта очередь, она там заполнит всю память сначала, потом Spark, скорее всего, начнет это сериализовать на диск, там это, наверное, заполнит еще весь диск, ну, потом когда-нибудь это упадет. Вот. Чтобы вот этого не накапливалось, ну, обычно в таких случаях вспоминают про backpressure. Да, то есть как бы идея такая, что если у вас быстрый источник данных, но медленный приемник, то вы можете источнику сказать, типа, давай-ка ты там помедленнее, пожалуйста, это все делай. Ну, в случае вот с ресиверами, да, можно сказать, не читай пока искавки, пусть там данные еще полежат, сейчас я вот догоню там и поедем дальше вместе. Вот в Spark, начиная с версии 1.5, реализован механизм backpressure, то есть там можно в конфигах его настроить, и тогда действительно, опираясь на вот этот дилей, если он там слишком большой, Spark может притормозить ресивер, они будут меньше получать ивентов с надеждой, что это будет быстрее процесситься. Это решит проблему с переполнением буфера, но это не решит проблему с реал-таймом. То есть вы через какое-то время вы будете видеть, там, допустим, картину по событиям, которые произошли там вчера. Да? То есть вы видите картину за секунду, но эта секунда была вчера. Да, просто потому, что вы очень отстали от реал-тайма вот, из-за этого дилея. Но это как, знаете, вот мы наблюдаем звезды, какими они были там 1000 лет назад. Там у астрономов, у них, наверное, нет особого выхода, но с точки зрения лямбда-архитектуры это совершенно неприемлемо. Да? Это не имеет смысла наблюдать там что-то, как оно было час назад, как оно было день назад, потому что вы можете запустить батч-джобу, который вам это все там достаточно быстро посчитает, и у вас полная картина будет. Тут как раз хотелось бы видеть именно, что было за последнюю секунду, там, за последние 5 секунд, там, за последнюю минуту в крайнем случае. Вот, поэтому как альтернатива backpressure можно попробовать, ну вот раз у нас processing time 3 секунды, можно просто batch интервал попробовать сделать, ну, например, 5 секунд. То есть так, чтобы пока мы накапливаем следующий батч, у нас гарантированно проскакивал предыдущий. Если так сделать, картина в таблице меняется. Мы видим, что из активных у нас только один, и он процессится, то есть накопленных нету. А куча completed, и задержка у нас не накапливается. То есть вот она на 3 секундах там остановилась почему-то, не знаю почему, должно по 0 быть. Вот. И то есть система работает стабильно. И она гарантирует, да, что если мы поставили батч-интервал 5 секунд, это значит, что мы видим состояние вот того процесса, который мы наблюдаем, за последние 5 секунд. Именно за последние 5 секунд. Это очень важно именно с точки зрения самой общей идеи Spark стриминга. Другое дело, что это может быть... То есть мы за счет увеличения батч-интервала мы
сокращаем накладные расходы вот на создание этих батчей, на процессинг RDD. Накладные расходы в каком смысле? Это, кстати, интересный момент. То есть есть накладные расходы самого Spark. Поскольку Spark он предназначен был в первую очередь именно для батч-процессинга, то есть для работы, для долгой, упорной работы с одним большим RDD. Ну, наверное, он не очень хорошо работает с кучей маленьких. И действительно, у них была такая проблема. Вот в 2012 году, когда они это начинали делать, у них задержка на формирование одной RDD чисто за счет накладных расходов была 2 секунды. Да, вот с точки зрения вот этих вот времен 2 секунды — это там вечность. То есть это вот чисто сам Spark добавлял. К концу разработки первой вот альфа-версии они сократили накладные расходы внутренние Spark с 2 секунд до 50 миллисекунд. То есть вот этот вот TD, он там сидел, как бы оптимизировал и достаточно хорошо так наоптимизировал. То есть 50 миллисекунд — это достаточно небольшая задержка для такого рода системы. Вот. Но другое дело, что, скорее всего, у вас в вашем процессинге тоже будут какие-то задержки. Вот в частности, for each RDD, да, он каждый раз устанавливает connection к базе на воркере. Это какое-то время, да, то есть это какие-то накладные расходы. Есть там всякие трансформейшены, которые могут для каждой RDD делать какую-то инициализацию, чтение чего-нибудь откуда-нибудь, кэширование, там, скачивание и так далее. Это тоже накладные расходы. И они возникают вот в каждый батч-интервал, добавляя задержку. Самый интересный накладной расход, с которым я сталкивался и очень удивился, когда узнал, в Spark есть возможность большие объемы данных как бы расшаривать между нодами, называется broadcast. И мы для этого использовали, broadcast использовали для того, чтобы передать большую хэшмапу, там 600 мегабайт, на все воркеры, ну, чтобы ее там не из базы загружать, а прямо вот передавали и там использовали на каждом воркере. Так вот, оказалось, по крайней мере, это было правдой на момент, когда мы это делали в версии 1.4.0 Spark, что вот эти бродкасты, они хранятся в памяти в сериализованном виде. И каждый раз, когда у вас RDD к ним обращается, он делает десериализацию и потом уже обращается. Когда у вас батч-джоб, это ерунда на самом деле. Она делается один раз, что с одна большая RDD. Но когда у вас RDD идет каждую секунду, и он делает десериализацию 600 метров, это добавляет тут же пару секунд задержки на ровном месте совершенно. Вот. В итоге эта проблема решилась. Мы просто вместо бродкаста засунули эту хэшмапу прямо в контекст там, одной из лямбд. И лямбда, как казалось, десериализуется один раз всего. Это сократило сильно накладные расходы. Вот. То есть тут имеет смысл озаботиться для того, чтобы сократить вот этот processing time, да, имеет смысл озаботиться вообще накладными расходами. Увеличение батч-интервала — это как бы одно из средств уменьшить накладные расходы, то есть оно вам увеличит throughput, да, но уменьшит latency зато. Наоборот, да, увеличит latency, то есть задержку увеличит, и в итоге вы будете наблюдать там не одну секунду, а последние 5 секунд только с таким шагом. Но зато последние 5 секунд с гарантией. Вот. Другой вариант — это либо что-нибудь выкинуть из алгоритма, упростить его, чтобы процессинг занимал меньше времени, либо попробовать его пооптимизировать, то есть поискать, почему там возникают задержки, в каких местах, нельзя ли что-то закэшировать, там что-то, может быть, не делать, использовать какие-то более эффективные средства, допустим, передачи там, данных и так далее. Вот. И, как правило, вторая опция, да, попытаться что-то оптимизировать, она имеет смысл, то есть имеет смысл с нее начать. То есть после того, как вы увеличили батч-интервал и поняли, какой вам достаточно для того, чтобы у вас переполнение не случалось, можно попробовать дальше оптимизировать, снизить вот этот processing time, и тогда можно батч-интервал сделать, ну, как бы уменьшить до такого уровня, чтобы он был все-таки больше processing time, но не меньше. Так, ну это, наверное, в принципе, все соображения, которыми я хотел поделиться. В заключение еще раз хотел сказать про Spark Streaming, чем он хорош. Да? У него есть высокоуровневый API для поточной обработки данных, причем он знаком людям, знакомым со Spark, он
более-менее знаком людям, которые работали просто со скала-коллекциями. Он достаточно простой и интуитивный. У него есть достаточно такой, ну как бы Spark вообще славится своим fault-толерансом, да, устойчивостью к сбоям. И Spark Streaming тоже очень много для этого делает там, внутри себя разных вещей, которые делают его устойчивым к сбоям. Ну и, наконец, тоже большой плюс — это интеграция с экосистемой Spark. Это значит, что там, DevOps'ам не придется настраивать, конфигурировать какой-то новый, никому до этого неизвестную систему. Да? Это значит, что все тулзовины, которые работают с обычным Spark'ом, они будут работать и со стримингом, то есть я имею в виду мониторинг там, и так далее. Ну, то есть достаточно удобно. Если у вас уже есть какое-то решение на основе просто Spark, то прикрутить туда Spark Streaming достаточно просто вот, с точки зрения развертывания всех этих операций. И если хотите продолжить знакомство, то переходите, заходите в программинг гайд по стримингу, там все достаточно хорошо, подробно написано, то есть это документация по Spark стримингу. Там вы найдете все, что я не рассказал. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое Антону. Антон, мы хотим тебя наградить спасибо. Вот таким подарочком. И вопросы. Здравствуйте. А можно уточнить? Вы сказали, что вы столкнулись с проблемой, когда создавали несколько ресиверов. У вас получилось на одном таскере, на одном воркере сразу два ресивера. И вы сказали, что потом лопатили код. А вы как-нибудь решили эту проблему? Или вы просто использовали General Stream? Сначала я начал гуглить, естественно, что там, что пишут. Нашел какой-то очень хитрый алгоритм, который лез там в дебри Spark'а, и оказывается, там есть у RDD, можно ей указать, типа того воркера, на котором мы хотим, чтобы она запускалась. То есть какая-то такая штука, которая выглядела не очень, как, знаете, красивое решение. То есть было программное решение, как раскидать их по разным нодам. Но я на это посмотрел, не очень мне понравилось. Вот, в итоге я просто сделал, поскольку это был тестовый стенд, да, я просто сделал там машины помощнее, там было больше ядер, я сделал по 4 ядра, 2 ресивера, и проблема решилась сама собой. А можно подумать, почему, собственно говоря, данные не заполняются? Ну, подробнее можно описать ситуацию, почему данные не заполняются? Ну, то есть два ресивера на одном веркере, правильно? Но они же работают, тем не менее. Они получают. Они работают радостно, да. Так, собственно говоря, результатом их работы должно быть там появление вот этого RDD, его заполнение, да, и, собственно, сохранение. А почему этого не происходит? Я, честно говоря, не уверен вот с точки зрения деталей, происходит ли именно появление RDD или не происходит. Да, то есть то, что данные накапливаются, это правда. И они там, они как бы наблюдаются там на панелях вот этих мониторинге, что данные накапливаются. Но проблема в том, что данные накапливаются, но для того, чтобы что-то с ними сделать дальше, хоть какой-то шаг, да, у нас должен быть слот для таска, который мы к ним можем применить. В этом же воркере получается, да? Да. То есть если там в воркере, это написано как бы в доках, да, что если у вас на воркере не осталось слотов, то есть если все слоты заняты ресиверами, и нету слотов для свободных, для тасков, то у вас просто не будет ничего работать. То есть данные не потекут дальше никак. Мне что-то казалось, что драйвер должен примерно распределять его между... Этим занимается не драйвер. Распределением тасков и ресиверов, я так понимаю, тоже занимается кластер-менеджер. В моем случае это был YARN. Да. И распределял он их, вот он постоянно, то есть я запускал несколько раз, да, по идее он должен как-то же рандомно раскидывать, но он всегда их раскидывал именно на один воркер. Можно еще второй вопрос по поводу сериализации коннекшена к базе данных? Ага. Как это происходит, собственно говоря? На самом деле очень просто. DB-session — это просто кейс-класс, который сериализуемый из трех полей, да, то есть там… Куда коннектится юзернейм и пароль. Я понял. Физическое соединение в базе данных происходит потом уже, да? Да, физическое соединение происходит вот for each partition, то есть вот эта штука отработает на каждом воркере в отдельности. Вот тут вызывается этот DAO, да, и в него передаются просто параметры. То есть это не сам connection, а параметры connection. Вот. А вот тут вот он уже устанавливает сам connection и делает batch insert для всех данных, которые у него там, у него были в его partition. Я понял, спасибо.
А вот такой вопрос, здравствуйте. Вот представим, что у нас есть вот какой-нибудь Data Scientist, да, который пишет на Питоне. Он, получается, от вас получает данные. Вот у него перед ним стоит такая достаточно типичная задача. Он хочет создать себе новый атрибут модели на основе уже имеющихся, ну, как-то преобразовав. В таком случае, как вообще выглядит порядок работы? То есть это какая-то что-то вроде функции над RDD получается, а потом снова типа выгрузка данных, а он над ними уже работает в Питоне, да? И опять же в контексте больше вот именно стримера хотелось бы, стриминга, как вот этот вопрос решается узнать. Как работают дата-сайентисты? Вот, да, вот это прям наболевший вопрос. Мы в одном проекте столкнулись с таким вот сферическим дата-сайентистом в вакууме, вот, которого была нервная реакция при виде скала кода. Вот, и специально для таких людей сделали. Ну, то есть реально, видимо, потребность остро стоит. Да, специально для них сделали Spark SQL, который позволяет писать вот такие вот, я не знаю, видно тут или нет, но это select. Select, бла-бла-бла, from, бла-бла-бла, join, тра-ля-ля. Вот. То есть дата-сайентисты — это люди, которые, как правило, владеют там, средствами выборки из базы данных, да, иначе какие они дата-сайентисты, но они могут не владеть там, современными языками программирования, скажем так. То есть Python — это хорошо. Python, они, то есть там тоже есть поддержка RDD, там есть питоновская API для этого, и, то есть они совершенно спокойно пишут код, ничего страшного. Вот, а если такой прям сферический data scientist, который вообще ничего не знает языков программирования, то он нормально пишет вот этими вот селектами и как бы делает все, что он хочет, у него это вполне так получается. Вот, то есть этот подход работает. И в сочетании, тем более с такими штуками, вот типа Zeppelin, он еще и сразу видит какие-то красивые там вещи, делает глубокомысленные выводы по своей части. То есть он здесь же и комбинирует, и с ними что хочет делать на основе запроса. Да. То есть вот за это именно, за комбинацию, анализ и там какие-то глубокомысленные выводы, за это отвечает вот в лямбда-архитектуре, отвечает вот сервис-лейер вот этот вот. То есть он должен предоставить данные, которые мы там напроцессили. Вот. И плюс еще вот эта вот штука, она позволяет их красиво посмотреть, сделать разные запросы, ну и в таком духе. Спасибо. Секундочку, вот такой вот вопрос по поводу селекта и тому подобных. Он в каком виде хранится? Там что-то вроде ПДО или как? Как сами запросы будут храниться? Ну, это есть, ну как бы, да, отдельный фреймворк на основе Spark. Эти запросы, я не очень понял, что значит храниться, они не хранятся. То есть они, как бы у вас есть хранилище данных, в котором лежат данные, которые вы сохранили, да? Вы из них что-то выбираете, да? И, ну, по сути, что-то вот в этом селекте записано, что вы должны с теми данными, которые выбрали, что вы должны с ними сделать. Отфильтровать, сгруппировать, отсортировать. Нет, не включен. Не то имел в виду, сам селект его кто передает? Его формируют или он уже может быть? Только одни параметры можно передавать. Не, ну его пишут. Для выбора. Его пишет, ну, тот, кто его хочет написать, он берет, просто его пишет, и все. Да, ну, то есть да. Написал, выполнил, а скомпилированного вот там такого в системе не, нет, да? Не. Смотрите, это консоль, это обычный код. То есть, да, вот здесь вот, поскольку это как бы консоль, здесь один раз написал, один раз выполнил. Но никто вам не мешает написать его как строку в каком-то там Scala файле, да, и заэкзекьютить там, получить результат и дальше с ними еще что-то там провернуть. То есть, да, это есть такое. То есть вот эта консоль, она полностью эквивалентна, ну, REPL, знаете, там, REPL. Вот. Только тут еще поддерживаются разные интерпретаторы. Вот помимо Scala поддерживается там Python, вот этот Spark SQL и еще там разные. Еще вопрос. А можно попросить вернуться на 14 слайд? Вот здесь мы видим, что фреймворки запускаются. Каждый фреймворк, я так понимаю, в отдельном потоке.
Вот. И воркеры на отдельных, это вообще узлы, то есть на отдельных машинах. На отдельных машинах. Вот я хотел бы уточнить, есть ли сценарий распределения нагрузки на этих машинах? Я так понимаю, что это будет какая-то очередь, и мастер-менеджер будет их распределять по машинам. Но есть разные очереди с точки зрения по приоритетам, по первый вошел, первый вышел. Как это реализуется здесь? Давайте сначала посмотрим, кто распределяет. Да, вот этот распределяет. То есть некий алгоритм есть, который распределяет, там настраивается, как именно там таски будут распределены. Это сильно зависит вот от реализации, что у вас там, Yarn, Mesos или еще кто-нибудь. В нашем случае мы работаем с наборами вот RDD, да, вот таких вот штук. То есть мы накопили какой-то батч данных, разбили его по воркерам, на каждом воркере свой кусочек, они его должны запроцессить. Да, они какое-то время они его обрабатывают. Как только они закончили, они получают следующий батч, обрабатывают его. То есть этот процесс упорядочен по времени, они друг за другом идут, вот как они по времени. А? По тайму времени? По времени. Так, ребята, еще последние два вопроса. Ну, в дополнение, а воркеры что, все одинаковые? Ну, то есть как бы... Не обязательно. Не обязательно, да? То есть ресурсы выделяются, ну как, самостоятельно вы определяете как разработчик? По идее, да. То есть воркеры это могут быть обычные машины с разными характеристиками и ресурсы, да, там в зависимости от наличия. Ну, если разные, то вот вы говорили, что один упадет, да, первого освободившегося отдадут. Он снова делится RDD-файл на три части, ну или на свободные части и скармливается. Просто та часть, которая, ну, допустим, вот эта, да, ну, упала, вот да. Упала, да, и она, то есть она реплицируется на другие воркеры свободные как-то, да. То есть как это... Там. А, это закрытый, это черный ящик. Нет, да? Почему закрытый? Если вас этот вопрос интересует, вы можете, естественно, в коде это найти. Но вот с точки зрения работы, с коллекцией... Нет, с точки зрения производительности. Ну, то есть, как бы, если воркеры не одинаковые, да, дадут медленному снова освободившемуся воркеру. Ну, вот этим занимается кластер-менеджер. То есть он знает, какие ресурсы доступны, и он планирует вот эти распределения тасков в зависимости от доступных ресурсов. То есть у кого-то доступно там три слота, он ему даст побольше. У кого-то доступен один слот, он ему даст там один таск всего. Понятно. Еще такой вопрос. Вот если воркер падает, заново все данные, то есть вот третий кусочек файла, он заново обрабатывается весь, да? Или какая-то... Это зависит, на самом деле, от того, на какой стадии обработки он находится. То есть в RDD у них есть там достаточно хитрые механизмы избежания пересчета заново, скажем так. То есть есть такие варианты, что у вас это будет пересчитано не заново, не с нуля, а там с какой-то последней закэшированной операцией, например. Вот. И, ну, короче, вот так. Понятно. И еще один такой маленький кусочек вопроса. Вот где Select был написан. Это применимо только к SQL базам данных, вот. То не, есть, если идея как раз в том, что это абстракция, да, какая-то, да? Да, что выполняет это не традиционный какой-то движок базы данных, а это выполняется на Spark. Ему вообще все равно. То есть вы можете этот сервис сделать там из там текстового файла. А внутри все что угодно. Там из Cassandra, из чего. Понял, угодно. Понял. Спасибо. Да, тоже интересно. Если воркер падает, и данные, которые там остаются, их нужно будет заново обработать, менеджер сможет их распределить между другими воркерами? Или обязательно все данные уходят на какой-то другой один? Не обязательно, что на один. Ну, честно говоря, я такие подробности не вникал. Но мне кажется, просто из здравого смысла, не обязательно, что на один. То есть они там... Все уходят. Все, да? Уходят на один, да? Ну, окей. На один. Спасибо. Кэш, это что такое кэш, да, это сейчас я пробую найти картинку. Вот это вы имеете в виду, да? Это, ну, обычно имеется в виду in-memory кэш. То есть Spark, он старается все делать в памяти, лишний раз не обращаясь к диску, и этим у него достигается там невероятное быстродействие по сравнению там, с Hadoop, например. Вот, поэтому
кэш – это то, где содержатся вот эти куски RDD, да, то, откуда они берутся для процессинга. И если кэша не хватает, бывает такое, что не хватает, тогда он может там это настраиваться, он может писать тогда уже на диск и оттуда читать. А между молодыми как бы синхронизируется? Не-не-не, на каждом воркере свой кэш. Вы можете туда что-то записать, вот, допустим, бродкастом, но вот есть свои последствия этого. Дорогие друзья, давайте, наверное, поблагодарим Антона. Спасибо большое.